Сергей Собянин посетил объект «Мой социальный центр» в Таганском районе. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу подробности. АГН Москва сообщает, что в Таганском районе Сергей Собянин посетил «Мой социальный центр». По его словам, суть объекта в том, что здесь можно найти друзей по интересам, а также пообщаться и отдохнуть. Уточняется, что в перспективе по всему городу появится около 26 подобных центров. Также мэр города рассказал, что важна поддержка крупногородских предприятий. По информации издания, в создании Таганского клуба принял участие Сбербанк, который предоставил помещение и софинансирование проекта. Стоит отметить, что еще банк организовал курсы лекций по финансовой грамотности. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!